По нашей информации, по той, которая поступает от лесопожарного центра в Центр управления в кризисных ситуациях, в Краснокамском районе происходит горение лесной подстилки. Это опасно тем, что огонь может проникнуть глубже и могут загореться более глубокие слои, где располагается торф. Возможно, и сейчас уже какие-то слои задеты, но в данный момент происходит тушение очагов пожара. Вчера этот пожар был на площади 1 гектар. Осложняется тушение тем, что удалено место горения от ближайших водоисточников. Достаточно заметить, что длина рукавной линии до места тушения пожара составляет 1,5 километра. Если учесть, что длина рукава 20 метров, можно вычислить, какое количество рукавов использовано.